Здравствуйте. Следующая лекция. Тема множества элементы и символы математической логики и их использование. Числовые последовательности и их предел, свойства. Функция, способы задания функции и классификация. Первое рассмотрим множество. Множество – это семейство, совокупность, класс, система, собрание, объекты или предметы, составляющие данные множества, называется ее элементами. Если x есть элемент множества А, то говорят, что x принадлежит к множеству А. И записывается x принадлежит А. Это знак принадлежит. Задать множество – это значит указать, из каких элементов оно состоит. Например, множество А в фигурной скобке А, В, С, Д, Е, Е и так далее. Элементы. Множество называет конечный, оно содержит конечность элемента. Множество А называется под множеством В, если каждый элемент множества А является вместе с тем элементом множества В и обозначается так: А под множество В. Если А под множество В и В под множество А, то говорят, что множество А и В равны, то есть А равно В. Сумма множеств А и В называется множество, состоящее из всех элементов множества А и всех элементов множества В. Оно обозначается символом А плюс В или А объединение В. Разность множества А и В называется множество А минус В, состоящее из тех элементов множества А, которые не принадлежат множеству В. Пересечением множества А и В называется множество, состоящее из всех элементов, общих обоим множеством А и В. Она обозначается символом А умноженного или А пересечения В. Множество А называется упорядоченным, если в нем видно отношение порядка между элементами. Следующий раздел. Элементы и символы математической логики. Их использование. Символика математической логики в математике
и уважение будем означать малыми греческими буквами. Альфа, бета и гамма. То есть математические приложения будут означать буквами альфа, бета и гамма. Запись альфа, стрелка на бета означает, что из приложения альфа следует бета. Альфа и бета двойными стрелками означает, что альфа и бета эквивалентны. Запись обратный не x, то принадлежащий а. Альфа означает для любого элемента x из множества а имеет место предложение альфа. Обратный а это квантов всеобщности. Запись обратный и y принадлежащего бета означает существует элемент Y из 2, для которого имеет место предложение вектора. Обратно это E знак это квантум существования. Альфа отмечены сверху. Отрицание предложения альфа. То есть не альфа. Такие символики используются в математике. Но это не все перечень. Потом постепенно будем добавлять. 7.3. Числовые последовательности и их предел, свойства, бесконечно малые и бесконечно большая величины, сравнение бесконечно малых и эквивалентность. Сейчас я второй завершал, отмечу. Мечка даю. И раз нажал, да? И еще кто? Рамазон. Рамазон. А, это где Рамазон? Дальше продолжим. Определение. Пусть каждому натуральному числу n равно 1, 2, 3 и так далее по некоторому закону поставлено в соответствии. Может быть, это действительно или комплексные числа xn. Тогда говорят, что этим определена последовательность чисел x1, x2 и так далее. Или последовательность x1, x2 и так далее, xn и так далее. Число xn элементом элементами последовательности. Xn и Xm различные. Как элементы последовательности, хотя бы может быть равнее, то есть Xn равно Xm. Будем рассматривать только последовательности действительных чисел. Определение число А называется пределом последовательности фигурной скобки Xn, это сокращенный запись последовательности, если всякого рода эпсилон положительный найдется зависимый от эпсилон число n0, то есть n0 равно эпсилон, такое, что выполняется равенство для любого эпсилон положительного, существует n0 равно n0 эпсилон, причем xn минус
помочь меньше отечества. И обозначается икс n равно на 3х стремишься бесконечности. Вот мы определили предел последовательности. Рассмотрим последовательность xn и yn. Справедливые утверждения. Первый. Лим. N стремишься к бесконечности. Xn плюс минус yn равно лим. Xn, n стремишься к бесконечности. Плюс минус лим yn. N стремишься к бесконечности. Второе. Лим. N стремишься к бесконечности. Xn умножено yn. И равно лим xn, n стремится к бесконечности, лим n стремится к бесконечности, yn, их произведение. То есть, если от суммы разности выражения делится лимит, тогда с каждого можно взять отдельность. Лимит потом сложится. И от произведения выражения делится лимит, тогда с каждым выражением можно взять отдельно, потом отдельно. Ну, если от частного лимит n стремишься к бесконечности, xn делено на yn, причем yn не равно нулю, то можно отчислить отдельный лимит, от знаменателя отдельный лимит можно взять. Это теорема дает возможность узнать, где перемены величины. Если она есть результат количественного числа арифметических действий над переменными, предел которой перепрестан. Пусть лим xn, n стремишься к бесконечности, равно лим yn, n стремишься к бесконечности, равно нулю. Ну, yn отлично от нуля. Рассмотрим последовательность xn, деленного yn. Говорят, что xn, деленный yn, при xn стремишься к нулю, yn стремишься к нулю, представляет собой неопределенность вида 0 на 0. Это первый вид неопределенности в математике. Следующий вид такой неопределенности. Если xn стремится к бесконечности, yn стремится к бесконечности, то неопределенность бесконечности равна бесконечности. Это второй вид неопределенности. Бесконечности равна бесконечности. Математика. Такие выражения считаются неопределенностью. Третий вид. Если xn стремится к нулю, yn стремится к бесконечности, то для произведения xn и yn получается неопределенность. Нулю нужно бесконечность. Четвертый вид. Если xn стремится бесконечности, это неправильно. Бесконечности, yn стремится минус бесконечности, то для последовательности xn плюс yn получим неопределенность бесконечность минус бесконечность. Вот такие основные четыре вида неопределенности. Повторю, 0 деленное на 0, бесконечность деленное на бесконечность. 0 умножить бесконечность, и бесконечность минус бесконечность. 4 вида. Далее рассмотрим последовательность. Xn равно последовательности. Сколько? 1 плюс 1 делено на n, n степени. Найдем. Лим
1 плюс единица деленная n степени. 3 n степени бесконечности. Этот лимит линия n стремится к бесконечности. 1 плюс единица деленная на n степени равно на число e. Число e называется числом Иллера. И равно значение числа e, это постоянное число. Приближенное 2,71, 82, 81 и так далее. То есть натуральное число. Число Иллера называется. Определение. Если лим фи икс равно нулю и лим си икс равно нулю, тут все пропущу, и лим еф икс деленный на все, тут еф икс деленный на фи икс равно одному при x стремишься а, то бесконечно малыми величинами называются фи x и си x. Причем они называются эквивалентными. Примеры эквивалентных величин. Первый. Синус х приближен равно к х. Приближен. Второе. Минус косинус х приближен равно х квадрат деленное на 2. Третий. Логарифм натуральный. 1 плюс х равно приближен к х. Четвертое. Е степени х минус 1 равно приближенному х. Пятый. А степени х минус 1 приближенное равно х логарифм х. Х логарифм х. Такие приближенные эквивалентные величины используются в математике. Это для приближенного значения. Теперь это формулы, которые мы рассматривали. Лим 1 плюс 1 деленное n, n степени равно e. Попробуем использовать на вычисление сложных процентов. Известно, что формула сложных процентов имеет вид q равно q нулевой, скобка 1 плюс p деленное на 100, то есть за скобки n степени, где q сумма кладов по истечение n период. Нулевой. Первоначальная сумма оклада в банк по процент счисления за определенный период. Месяц, год. Ну, некоторые банки начисляют проценты в месяц, квартал, полугодие и год. И здесь отмечено месяц год. N – количество периодов хранения вклада. Теперь рассмотрим пример. Первый. Пусть темп инфляции составляет 1% в день. Насколько уменьшится первоначальная сумма через полгода?
решение. Применение формулы сложных процентов дает Q равно нулевой, скобка 1 минус 1 деленное на 100, 182 степени, это формула, где нулевой первоначальная сумма, 182 число дней в полугодии. Преобразуя это выражение, получим Q равно у нулевой в квадратной скобке 1 минус 1 деленное на 100 в степени минус 100 и за квадратной скобки минус 182 деленное на 100, чтобы привести к формулу вышеуказанной, к числу Юлера. К нулевой, это равно приведенному к нулевой, деленное на e степени 101,82. То есть, посчитая, подставляя e приведенное значение, инфляция уменьшится первоначальную сумму примерно в 6 раз в течение полугода. Таким образом можно процент считать. Ну, такие проценты на Excel с функцией, математической функции, статистической функции, экономической функции. Там можно найти эти задачи. Так, следующий. Раздел 7.4. Функция. Способы задания функции и классификация функции. Определение. Переменную величину y называют функцией переменной x, если каждому значению x из некоторого множества e по определенному закону соответствует одно или несколько значений y из множества e1 и записывает y равно f(x), где x из множества e. То есть это область определения функции e. А e1 область значения функции. Мы определили функцию и область определения функции. Область определения функции e, которая функция определяется. И соответствующее множество e1 это область значения функции. А функция у нас f на этом записи. И вот равно f скобки x. X считается аргументом. F функции. Способы задания функции. Первый. Табличный. Составляется таблица. Значение аргумента, соответствующих значению функции. Таблица. Второй. Аналитический способ. То есть с помощью формулы. И надо определить функцию. Третий. Графический способ. То есть график геометрический вместо точек. Абсциссии которых являются значениями независимой переменной,
А земля ты соответствующий величине функции. И четвертый. Компьютерный. То есть с помощью программы. Раньше говорили, что это словесный вариант задания функции. То есть способ. Вот основные виды способы задания функции. Их четыре. Табличный, аналитический, и формулой, графический и компьютерный. Далее. Основные виды функции, то есть классификация функции. Классификация функции. Первый. P икс, то есть P скобки икс равно А0 x n степени плюс А1 x n минус первой степени плюс и так далее плюс а n минус 1 x первой степени плюс а n, где fx создается в виде многочлена n степени. Многочлены ненависти. Например, многочлен, самый простой вариант, это первого порядка АХ плюс 2. А второго порядка это АХ квадрат плюс 2Х плюс С. И так далее. А тут ненависти. И называется целый рациональный функций. Серии рациональных функций. Это первый класс функций. Следующий класс функций. R скобки x равно дробное выражение числителя p скобки x и знаменателя q скобки x. Причем q скобки x не равно нулю. Ну, здесь px и qx также многочлены определенной степени. Может быть, px n степени, qx n степени. Многочлены. И называется это дробно-рациональные функции. Дробно-рациональные функции. Так как вид дробный. Это второй вид класса функции. Третий вид. Fx равно x квадрат плюс корень квадратный от x. Или fx равно корень кубический от x квадрат плюс 2x минус 1. И так далее. И называется этот класс иррациональные функции. Корни здесь находятся, поэтому иррациональные функции называются. И четвертый вид функции fx равно косинус 2x. Fx равно e в степени x плюс 5x и так далее. Трансцендентные функции называется. Трансцендентные функции. Таким образом, для функции существует четыре класса. Целорациональные, это целые функции. Дробно-рациональные функции в виде дроби. И иррациональные функции.
виде корней в разной степени и трансцендентные. Четыре класса. Вот основные классификации в математике, в том числе в высшей математике. И способы задания функции. И определение функции. Что такое функции? Ловность определения и ловность значения функции. Те, которые я показывал, в проценте посчитал формулы. Лим, n стремящийся к бесконечности, 1 плюс единица деленное на n, n степени равно на e. Это называется второй замечательный предел. И на следующей лекции будем рассматривать это. Эта формула называется второй замечательный предел. Кроме этого, есть первый замечательный предел. Тоже будет рассматривать. Далее вот приведение, которое вы можете посмотреть в литературе. Вы можете найти эти литературы, но нет, и другие литературы есть, много литературы в интернете. Но основным здесь дополнительные литературы указаны Данко, Попов и Кожевникова. Высшая математика, упражнение и задача. Часть первая. Учебные пособия для вузов. То есть высшие технические вузы. Это хороший учебник. Там кратко дается теория, потом методические решения, некоторые задачи разного вида. После этого дает задание для самостоятельного решения. Тоже интернетом можете скачать, это бесплатно скачивать ученик. Да, если есть вопросы, пожалуйста. По седьмой лекции кратко изложу материал. На практике на эту тему будем работать. Осталось 2 минуты, я перекличку сделаю. Экология. Абдрахманова. Ее не будет, она болеет. Болеет, хорошо. Так, Бекмамбетов. Не знаю, где он, но на работе вроде. Так. Каржасов. Каржасов. Кинжибаев. Также. И сам Иден, также, да, Николай, остальные ответы. Горное дело. Иркангали. Здесь. Здесь. Борамбай. Отсутствует. Сургувеков не раз. Отсутствует. Бата. Куржасар Диас. Отсутствует. Кожабергенова.
также остальных отметил. Это вопрос. Авангельда отсутствует. Очень ядов. Здесь. Канат отсутствует. Также Галина отсутствует. Так, то попроис. Урусугла отсутствует. Остальные такие. Так, Сис полностью присутствует. Божидзос и Симбаев отсутствует. Киска Яков отсутствует. Мадерев отсутствует. Нариманов отсутствует. Так, я проверил всех. Завтра у нас практика основана на эту тему и устные опросы. Поэтому повторите.